Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по проекту Holiday. Не перестаю восхищаться проектом. Как я уже говорила ранее, в видеообзорах у меня от этого проекта голова кругом. У меня сейчас на балансе 413 рублей. Проект развивается. Платит, все супер. Админ красавчик, это умничка. Я не знаю уже, как его хвалить. Значит, сейчас я поставлю денежку на вывод и продолжу. Нажимаю финансы, вывод средств. Я буду выводить, вот у меня на балансе 413. Я 313 рублей выведу. Значит, у меня 413. Сейчас объясню, почему. Так, рубли. Кошелек у меня прописан. 313. Так. Потому что, чтобы 100 рублей у меня было на балансе. Нажимаю так. Кошелек. Так, все правильно. Проверить. Вывести. Запрос на вывод успешно отправлен. Время исполнения 24 часа. Значит, возвращаюсь я. У меня на балансе стало 100 рублей на главную страничку. Как я уже сказала, проект развивается. Я зашла сюда на 100 рублей. Заработано у меня уже здесь 4513. Больше я сюда денег не вкладывала. Я развиваю как бы проект, открываю новые платформы уже из заработанных денег. И в резерве у меня вот уже 500 рублей будет открываться новая матричка. Значит, я зашла, как сказала изначально, на 100 рублей. Потом я купила стол уже за 300 рублей. Вот, и опускаемся ниже. Проект развивается. Значит, смотрите, у них сделан теперь депозит, можно вкладывать. Так, открыть депозит holiday.coin. Holiday coin, то есть 150 прибыли. 1% ежедневно. Начни зарабатывать. Заработок от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Так. Ежедневное начисление от суммы депозита в среднем равняется 1%. Реферальное отчисление от вклада в ваших партнеров. Первый уровень 3%, второй 1%. Даже если у вас нет личного депозита. Обратите на это внимание. Выберите валюту, введите сумму вклада, откройте депозит. Значит, перейти к открытию депозита. И что нам здесь нужно? Нам нужно привязать соцсеть. Значит, верифицируйте ваш аккаунт для дальнейшей работы. Или через контакт, или через Facebook. Я через Facebook. Ненавижу контакт. Поэтому Facebook беру. Все, я верифицировала. Значит, смотрите, наша платформа. Вот я хочу открыть депозит на 100 рублей, чтобы мне капала денежка. Пусть капает. Значит, как вот здесь уже сами почитайте. Так, выберите валюту, введите сумму, нажмите «Открыть депозит в НДС». Это местная валюта. Значит, рубли. Вот здесь видите вкладочка «Holiday Coin». Так, ежедневное начисление, как я сказала, от 1%. Максимальный разовый первый депозит равняется 4 НДС лице. Так, предыдущий депозит возможно в размере 20% в сутки от общей суммы. Так, максимальный общий рабочий депозит не может превышать 800 НДС. Это уже монетка местная. Так, реферальное отчисление от вкладов ваших партнеров. Я уже сказала 3,1%. Курс Holiday Coin 1 НДС равен 1,70 $ равняется 130 рублей 0,3 копейки. Так, ну что, у меня рубли. Здесь можно вот видеть вкладочка рубли, доллары и вот такая вот монетка. Вот их мне доллары можно. Так, далее и вот их монета.
вложить 100 НДС, 100 монет вот этих. Это доллары, как бы. Не обязательно, можно от 1 доллара, там сумма в долларах любая. Ну, я в рубли, значит, вот мне 100 рублей. Нажимаю «Открыть депозит». Страничка обновляется. Так, давай быстрее грузись. Нажимаю опять «Войти». Вхожу. Так, что-то меня выбило из кабинета. Давайте опять. Так, финансы. Так. Платформа. Вот рубли, доллары, Holiday Coin. Так. И что я нажимаю? Открыть депозит. Так, поздравляем. Вы успешно открыли депозит на сумму. Вот на 100 рублей это у меня будет 0.76 Holiday Coin. Далее. Что у нас там далее? И вот мои депозиты. Здесь теперь будет вот активные, завершенные. Ну, а здесь вкладочка «Открыть депозиты». Пусть у меня проект развивается. Проект супер, баланс мой обнулился. Вот поэтому я оставляла. Далее что? Мои платформы, рубли. Вот у меня здесь я заходила на 100 рублей. Это вот активный у меня. Вот закрывается. Это за 200 рублей. Далее у меня за 100 рублей была куплена платформа. Закрылась, я ушла на реинвест. И сюда встанет человечек, я еще денежку получу. Я еще открыла на 100 рублей. У меня закрылась платформа. Я вот опять же за 200 рублей ушла на реинвест. И вот у меня уже за 900 рублей закрывается платформа. И плюс у меня за 300 рублей я заходила. У меня также платформа закрылась. И вот я ушла на реинвест. И вот у меня закрыто, ой, открыто уже за платформа за 600 рублей. Проект супер. Слов нет. В такие проекты никогда не поздно заходить. Сколько я работаю в интернете, я впервые принимаю участие в таком проекте. Вот. Ну, проект супер. А теперь давайте перейдем на почту и посмотрим мой вывод. Открываем Payeer. Денежка, как видим, поступила. 294 рубля. Payeer у нас берет комиссию. 25.01. Так, комментарий holidayprofit.com. Супер! Изумительно! Я так довольна проектом, слов нет. Я смело приглашаю в проект. У меня есть видео на YouTube-канале. Я оставлю вот это видео по маркетингу. Кому интересно, посмотрите, обязательно посмотрите. Здесь девочка все объясняет как бы очень-очень подробно. Так что приглашаю в проект. Всем удачи, больших заработков. Это супер, это космос. До новых встреч.